Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Арк Генезис, и в прошлой серии мы немножко покатались на прирученном Карнотавре, выполнили миссию одну с сопровождением жабы к её семейству, очень такая миссия была, да, и массовая, было огромное количество всякой разной живности, которая на нас нападала, мы подняли, я не знаю, сколько уровней, 20, наверное, нашему Карнотавру, себе тоже подняли. Ну, короче, много уровней мы подняли и себе, и динозавру нашему. И получили, самое интересное, что мы получили, это бур. Вот так вот он выглядит, вот так вот он выглядит, ой. Вот такая махина. И работает на бензине. Бензин мы можем делать, нам только нужна нефть. Нефть и кожа. И в печку, и получим бензин. Все логично, правильно? Вот. И нефть мы можем добыть в лавовом биоме, как, ну, пример, да? Может быть, в океаническом тоже. В океанический биом мы тоже, я думаю, пойдем в ближайшем будущем. Но сегодня отправимся в лавовый биом, я думаю, чтобы поискать там нефть. Я, наверное, бур выложу на случай, если я все-таки вдруг умру. И нам надо сделать кровать обязательно. Опять же, на случай, если я вдруг умру. Хотя надо ли нам? Чем мы там умирать будем, правильно? Спрашивается. Ну, вдруг кто-то из седла выбьет, например, правильно? Или может спальник сделать? Кинуть спальник где-то там, да и... Да и хватит. 25 кожи. А, кровать надо на фундамент ставить, а деревянный фундамент, наверное, несерьезно. Камня у меня нет. Не покопал я ни на запись, к сожалению. Не было времени еще. Хочется уж очень буром уже покопать. О, вот это я покопаю, конечно, если... Единственное, что чинить его надо чем... Во-первых, надо будет станок сделать, да, для ремонта. Для этого надо будет базу расширить. Ну, короче, посмотрим потом уже, чем мы его будем чинить и как. Пока что просто пойдем поищем нефть. Побродим немного по лавовому биому. Надо сделать флягу какую-нибудь. У нас есть... Фляга. О, давайте, кстати... Ой, я все время забываю уже, какую серию хочу сделать. Шприц для извлечения крови, все время забываю. Давайте, пока я снова про него не забыл, мы все-таки его сделаем. Хитин, кератин и кожа там, да, вроде была? Да. Шприц для извлечения крови. Так. Просто типа вот так, да. Мне интересовало больше всего, сколько кровь хранится. Мы у себя берем кровь, теряем немного хп и получаем, да, пакетик с кровью. Сколько она хранится в холодильнике? 5 часов хранится один пакетик крови. 5 часов реального времени, естественно, да? И нам таких пакетиков с кровью надо штук 500, наверное, на всякий случай. Можно, конечно, вот так вот доить себя и умереть, и доить себя дальше, но я даже не знаю, насколько мне эта идея нравится. Надо мясо пожарить, у нас целая куча мяса теперь, которая не помещается уже даже в этот. Надо просто пожарить немного мясца и сделать запасы именно жареного мяса. Будет уже хорошо. Надо еще костров бы наделать. Для этого надо базу немного расширить. А для этого надо покопать немного, не на запись, хорошо. Так, у нас был еще лечебный напиток, мы получили его, он тоже портится, поэтому надо его выпить немного. Вот, и пока пьем этот лечебный напиток, будем дальше доить себя, из себя кровь. Ну, кстати, я думал, они портятся будут быстрее. В инвентаре они лежат полчаса, в принципе, нормально. Еще соль, говорят ребята мне, что тоже продлевает срок хранения еды, но насчет, как бы, считается ли кровь едой, не знаю. Но посмотреть будет интересно.
Так, давайте еще. Еще, может быть, один разик, да? Все, пока хватит. И давайте, что там по мясу? Двенадцать штук. Еще немного, да, до 500. А то и лучше больше, с запасом. Вроде писали, что около 1000 нужно на приручение топового этого Бладсикера. И это, конечно, да, немало, немало. Так, хорошо, пока мясо жарится, пусть не будем ему мешать. Давайте мы лучше возьмем и сделаем флягу. Что там, ноля у нас есть интересного? Резервуар для воды. Вот такая, кувшин для воды у нас есть. Два кристалла, цементная паста. Мы можем позволить себе парочку кувшинов таких сделать. Нам, я думаю, в лавовом биоме попить захочется. И... Где там последний был? У нас была фляга. Для фляги, по-моему, полимеры нужны. Да, полимера. Ясно. Ну, тогда мы делаем просто кувшин. Кристаллов немного мы накопали в прошлой серии. Кувшин у нас делается вот здесь. Хорошо. А, надо сначала цементную пасту сделать, правильно? Цементная паста у меня, я надеюсь, изучена уже. Да. Камень надо. Опять все упирается в этот проклятый камень. Хотя бы хитина хватает. И то хорошо. Сколько? 3 штучки. Да. А сколько нам для фляги надо там? 7 цементной пасты. Блин, дорого, конечно, ее делать. Хоть бери и иди жабу приручай, чтобы цементную пасту фигачить. И как бы надо было ее приручить, на самом деле, это было бы в любом случае очень и очень полезно. Ну, вот я сейчас быстренько сбегаю, копну немного камня, чтобы сделать флягу хотя бы одну, и уже будет норм. Так, мне 2 штучки, пожалуйста, только. Чик. Окей. Немного прайма еще тут раздобыл по дороге из Карнотавра. И одного стегозавра грохнул. Сейчас быстренько тоже пойду пожарим, чтобы запасы делать. Вон наша база. Потерялся немного. Так, ну и этот уровень еще повысил. Давайте дальше хп качать. Я думаю, оно нам в любом случае пригодится. И что там у нас? Какой уже взяли мы? 66-й радиомаячок. И радиолокатор. Всех радиомаячков на заданной... Ну, да, нам пока это в любом случае не светит, потому что там всякие полимеры и все остальное. Да, но маячок, кстати, поставить на динозавров, которыми я пользуюсь, может быть, было бы и полезно. Может быть. Так, надо отъедаться мясом. Я еще немного крови нацедил из себя и сделал этого. Цементной пасты немного. Так, давайте сделаем теперь флягу. Флягу. Одну... Два кристалла, мы еще можем вторую сделать. Треть. Давайте 3 фляги сделаем. Будет смешно, если там... О, не... Не жажда, а голод тратится. Голод, по-моему, от холода у нас тратится. От жары именно жажда. Ну что, вроде как логично выглядит, нет? Так, мы это брать с собой не будем. Мясо здесь... Наверное, уберу половину дерева, эти 30 пусть догорает. Просто докинем сюда мясо. И все. Сюда наркоту сделаем. Выкладываем вот это вот. Фляги надо пойти набрать. Обязательно здесь. 12 мяса. Ну, я думаю, нам пока что хватит. Если что, мы... Надеюсь, ненадолго.
Надеюсь, мы ненадолго. Под дождем мы можем фляги понабирать, как раз 5, 6, 7, и у нас полные эти есть. Все, надо отойти немного от вот этих динозавров, чтобы они с нами не пошли. Да, ребята предположили, может быть, за нами следуют только те, которые... Давайте мы как раз проверим. У этих стоит не следовать. Давайте вот этому скажем следовать за нами. И телепортируемся... Телепортируемся в вулканический. А куда мы ходили в прошлый раз, я не помню даже. Ну, куда-нибудь. Давайте на север вулканического биома. Будет обидно там умереть со всем этим барахлом, если вдруг... Черт. Давайте я сяду все-таки на динозавра. На всякий случай, если он вдруг со мной не телепортируется, то хотя бы он меня защитить сможет, если что там вдруг случится. Поэтому давайте, лучше не будем рисковать. А потом обратно уже попробуем с ним на фолове телепортнуться. И по идее остальные точно должны будут остаться на базе. Не должны будут остальные динозавры за мной. Координаты подтверждены. Телепортация. О, нет, смотрите, они все за мной пошли. Они все за мной пошли в этот раз. Да ну стой. Координаты блокированы. Пора телепортироваться. Давай, 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 давай. Уходим, уходим, уходим. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Уходим, уходим, уходим. Я не хочу рапторов потерять, и стегозавра тоже мне очень жалко будет. Он большой, хороший, полезный. Я ему сейчас уже даже начал вес качать. А у нас здоровье тратится, слушайте. Вперед! От жары такой. А не голод. Да? Блин. Мы на месте, точно у цели. Короче, все телепортируются. Видимо, в водный биом просто не все динозавры хотят телепортироваться, да? Типа, ну что им там делать, как вот ребята тоже предположили. Что им делать в водном биоме всем вот этим? Так. Все, оставим этих ребят. Сейчас заведу. Стегозавра, надо будет телепортироваться немного издалека. Так, какие у нас тогда варианты есть, чтобы выжить в этом лавовом биоме? Может быть, мы просто в каком-то его более жарком месте? Ну, короче, сейчас будем смотреть. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Закрою я вот эти вот двери. Из одежды что у нас получается? Сопротивление жаре минус 5. Это наоборот нас греет. И это нас греет. Сопротивление холоду 10. Сопротивление холоду 7. У нас получается только наша тканевая одежда охлаждает нас. Да... Арбалет, кстати, нам может и не понадобиться. Ну ладно, он поломанный, да, и столько стрел я к нему взял. Где логика? Ну, короче, идем посмотрим. О, муравьи. Ух ты. Так. Я хотел немного мяса съесть. Короче, на севере этого биома мне не понравилось. Еще раз поздороваемся с ней. Давайте на вот сюда. На запад отправимся. Где у нас-то вулканический? Вот там, да, в том углу карты, по-моему. Ну, сейчас посмотрим, короче, как будет быстро ХП тратиться, во-первых. И... Можно раздеться, конечно, попробовать, пока мы на динозавре, да? Чтобы не так жарко, может, было. Сейчас глянем. Так, в купол тут никто не попадает, вроде. Не должны.
пока вызывает у меня головокружение. Я пошел. Эти большие ящерицы мне определенно не нравятся. Я не хочу пытаться с ними подружиться. О, Галимимуса. Так, давайте попробуем снять. Снять я снял, а толку никакого, да? По-моему, я видел нефть. На самом-то деле. А, кстати, вот это вот большие куски, это не нефть? Вот это вот. Ну-ка. Камень. Нефть. Мало, конечно. Это просто валяется, да, этот. Но типа нефть. Но я не про этот кусок. Тут где-то были... Вот это вот что такое, тоже интересно. Где ящерицы делись? Вон там лазит одна. Что вот это? О, залежь нефти. Во, вот сюда можно ставить этим. Блин. О, нормально. Вот этот киркой в этот раз нормально начало добываться. Первый раз, когда я ломал, то только камень шел. Короче, киркой надо добывать, похоже. И тоже здесь крест, типа это, ну не крест, а перечеркнуто. Что это значит? Может, вы мне подсказывали, да, что это значило в прошлой серии, когда я задавался таким вопросом, но серию эту я наперед записываю, естественно. Это он плывет? Не плыви. Сколько нам нефти надо? Для бура. Чтобы запитать его, сделать много этого бензина. Ящерица застрявшая. Злая наверняка будет. Я еще видел... О, там вон еще ящерица. Но здоровье вроде не тратится сейчас, да? Тратится. Тратится. Идет очень бодро в минус. Жуки какие-то здесь. Это не такие жуки, как в этом... Как у нас были, да? В пещерах. О, конец карты. Так, ну, я предлагаю сваливать, на самом деле. О, я застрял. Сейчас вот этого разберем. И, наверное, валим. Я бы еще обсидиана не отказался, но... Где тут его искать, я пока не знаю. Так что давайте уходим. Сделаем бензинчик сейчас. Где там? Болотники. Телефон готов! Тут вон вода, походу, вот это я только что выпил. Немного нефти. Вот это, кстати, не обсидиан? Блин. Обсидиан. Под ногами лежит. Вперед! Вперед! Надеюсь, Карна с нами.
Да, он с нами. Точно у цели. Точно у цели. Это хорошо. Так. Закатываемся сюда. Закроем дверки. И давайте варить. Варить бензин. Так, нам понадобится дерево и кожа. Не знаю, сколько кожи нам понадобится. Дерева нам много не надо. Окей, сейчас посмотрим, как пойдет дело. А для чего нам нужен был обсидиан, я уже и не помню на самом деле, но точно помню, что был нужен. И здесь вроде в печке должен бензин делаться, не только в этом. Давайте насчет гриля посмотрим. Гриль нам надо подключать к источнику питания, да? Не гриль, а как он называется тогда? Если не гриль, то кто? Для станка нам, по-моему, обсидиан нужен был. Нет, не нужен был. Во, гриль. Гриль с маленькой буквы в этот раз, черт, зараза. Надо было или писать гриль, риль. 40 цементной пасты, 200 металла. Ну, мы его в любом случае открываем, да? Надо жабу приручать, по-любому. Без жабы никуда. Металлическую броню еще тоже было бы неплохо сделать. Ну и у нас, да, можно уже дротики будет делать. Но это тоже надо немного расшириться будет. Ой, не на запись, надо будет покопать. Хорошенько. А, кстати, был раньше шлем шахтера? Труднее переносить и жару, и холод. Со встроенным источником света. Изнашивается со временем. О. Так, где бензин мой? О, бензинчик! Бензинушка! Так, сейчас пойдем покопаем немного. Давай. И как раз посмотрим... Я думаю, арбалет нам в принципе уже не нужен. С такими вот стрелами тем более. Да, арбалет нам может для приручения еще понадобится. Жаба какой-нибудь. Так, 14... А, один бензин всего зарядили мы. Один. По-скромному. Пойдем. Бим-бим-бим-бим. Так, это пусть у тебя все полежит, да и это тоже еду. О, я гнилого мяса лупанул, черт. Этого я делать не хотел. Пойдем сейчас немного этого покопаем. Металла. Посмотрим, как много мы будем его добывать. Кстати, этого раптора можно было бы и приручить, если это самочка. 20 уровень. Вполне подходящий. Так, вот у нас залежи здесь огромные. Металла. Поблизости вроде никого нет. Можем спокойно слезть и... Так, правым кликом я его заряжаю. А левым начинаю копать. Ну, количество тоже... Но вес, вроде, ребята говорили, сжимает. Что там нам? 200 металла надо было для этого, да? Подумаешь. Какая-то ерунда. Каких-то 200 металла. О, чинить его, конечно, будет неприятно. Где тут черный жемчуг брать, я даже не представляю. Кстати, что я не позвал с собой? Карнотавра нашего. Но зачем нам его ремонтировать, если мы можем пойти еще миссии поделать правильно и получить еще...
немного. Да, 50 весит. Если мы киркой копнем. Ага. Во как. То есть, когда у нас бур в руках, все это весит намного легче. То есть, вот таким образом это работает. Насколько у нас перегруз? 700 мы весим. Ого. Ладно, пошли пешком домой. Загрузился я. По-серьезному, конечно. Но ломается заметно, да? Прочность у него заметно ниже стала. То есть камень, наверное, копать им не стоит. Хотя. Надо, короче, в водный биом пойти. Что у нас по времени? Да, мы еще успеем, я думаю, да, в водный биом заглянуть. Тоже. Построить там платформу. Ага, конечно. Конечно. Сел я такой на карту, на этого. С невероятным таким весом. Так. Почувствуй себя читером в начале игры. Получи бур с первой миссии. И живи, не зная горя. И в принципе не знаю, что такое добыча ресурсов. Можно пойти еще нефти добыть. Как вариант. Бур, наверное, должен будет нефть собирать. Ну, хотя так, в количестве, наверное, в том же. Нефть, обсидиан. Может быть, и стоило бы. Так, это мы были, получается, на западе. Нет, получается, наверное, сверху вот этот вот биом лавовый. А там это лунный в том углу. А на севере лавовый биом. Вроде как. Так, давайте еще немного отойдем и попробуем еще разок вместе с буром теперь сходить. Черный жемчуг. Где мы брали черный жемчуг? Мы, по-моему... Не, я не помню. Так. Давайте туда же. Там в целом было норм. И пить не хотелось, там просто здоровье куда-то уходило вдаль. Жемчуг обычный мы добывали, понятное дело, из жемчужин в воде. Но и на побережье, да, у нас было довольно большое побережье. И много жемчуга можно было найти прям по колено, стоя в воде. На острове, конечно, да? Ага. Координаты подтверждены. Телепортация завершена. Так. Никто меня пока убить не хочет. Вот эта вот, по-моему, штука агрессивная. Да. Она уже хочет меня убить. Поэтому мы ее опередим. Мы задыхаемся. Какая она? Хватит, хватит. Секунда последняя осталась. Здоровье растет. Здоровье у нас... Не... А, это скалопендра. Я думал, еще одна такая штука, и мы сейчас умрем. Ядовитый газ опять. Я сейчас умру. Да, давай убей скалопендру быстрей. Не успел. Не успел я убить быстрее скалопендру. Так. Предлагаю резнуться дома. На кровати. И телепортнуться к нашему этому. Карнозавру. Он там выживет, я думаю. Дышать ему вроде не надо. Блин, да, смотрите, какие интересные эти. Если ты готов отправиться в путь, я буду указывать тебе дорогу. Скалопендры у нас были и раньше, но ядовитый газ они, по-моему, не вешали на нас. Так, давай. Леночка. Готовься к телепортации!
Надеюсь, я сейчас буду рядом с нашим Карном. Если бы мы успели быстренько убить Скалопендр, да, если бы я немного не отвлекался, можно было бы успеть спальник поставить и резнуться там же. Но не успел я. Не ожидал я ядовитого газа от всех существ там. Может, я просто... Это не существа, а может быть, я просто стою в каком-то месте злачном, где ядовитый газ. Координаты подтверждены. Телепортация завершена. Хотя вроде бы нет. Стоял я примерно в том же месте, где и раньше тогда был. Так, хорошо. Ищем еще нефтяные эти камни. Это просто, по-моему, обычные вот это вот все, да? Если я не ошибаюсь, нефтяные такие более вон то вот нефть. А кстати, надо вот это вот яйцо попробовать подолбить. Давайте я, наверное, спальник поставлю. Пусть будет. Давай, заряжай. Ой-ой-ой. Заряжай. В воде не хочет заряжать. Идем куда-то в другую сторону. Это вообще ничего даже. Сейчас отсюда попробуем. Блин, везде мы плаваем здесь. Короче, этот камень, по-моему, и не добыть вовсе. Это, по-моему, тоже декоративная штуковина. Да. Все ерунда. Это все ерунда. О, Рекс, супер мега Рекс, Пекс Фекс, вон, да? И вон тоже. Их тут не было, по-моему, в прошлый раз, когда я лазил. Я не хочу с ними связываться. Как-то. Надо посмотреть, где еще чего мы тут копнуть можем. Чье-то яйцо. А, это не яйцо, тьфу-то, это этот. Как его зовут? Я уже забыл. Ну, вы поняли. И я понял, это хорошо. Когда мы понимаем друг друга, даже без слов. Идем посмотрим, что здесь. Его бы тоже приручить до этого колобка. Было бы очень хорошо. Так. Никто меня пока убить не хочет. Давай. Ну, по-моему, результат тот же по количеству ресурсов. Просто быстрее мы собираем, мне кажется. Да и все. А так, что киркой, что не киркой. Одно пальто, по-моему. Вот тут что-то совсем темно. Такие темные у нас биомы, да, в этом дополнении. Какая-то мракота кругом. О, ядовитый газ. Ой, я думаю, что как раз ядовитый газ-то... Просто из-за того, что мы рядом с этим стоим. Ну, я предлагаю свалить отсюда. Все же. Координаты блокированы. Пора телепортироваться. Ибо я помру скоро в любом случае. Давай, поехали, поехали, поехали. Поехали. В
Вперед! Окей. Ну, немного еще нефти мы раздобыли. Можно будет бензина еще сделать. Я не знаю, насколько надолго нам хватит этого бензина. Ты прикалываешься? Точно у цели. Где мой Карна? О, блин. Вот то, походу, о чем мне ребята писали. Просто телепортация иногда глючит. Просто глючит. Теперь вопрос. Дойду ли я до моего Карнотавра? Чтобы еще разок попробовать с ним телепортнуться. О, блин. Координаты блокированы. Пора телепортироваться. Надо было, может, еще один спальник взять с собой и закинуть его где-нибудь по дороге. Я так-то не отошел от того места, где мы появляемся. Если сейчас по дороге на нас что-то нападет, то будет очень неприятно. Ох, уже эти телепорты проклятые. Я точно скоро как ведьмак стану? Буду их ненавидеть со страшной силой. Так они мне раньше просто не нравились, а тут же... Вообще трешак. Отлично, и магмовая ящерица это по дороге. Нам туда, по-моему? Или не факт? Я как раз хотел маячок поставить, да, на нашего Карна. По-моему, сюда. Вот сюда. Или я потом вышел, по-моему, наверх вышел сюда. Да-да-да, по-моему. Забрался. Идем. Стамины нет, газ. Сейчас здоровье опять. Тю-тю. Без маски, короче, да, тут ловить особо нечего. Отлично. Очень получается. Я не хочу резаться здесь, вот честно. А, что? Спальный мешок был выбран только что? Блин. Я нажал на эту самую... Фигня. Рексы... Нам вроде бы туда. Лишь бы газа, может, хоть не было. Стаминка, давай. Останавливайся. Рывок. По-моему, вот там я выше, возле вот той вот, вот того яйца. В этом трупе, по-моему, ничего не было у нас, да? Я вроде голым побежал. Я вроде был здесь. Или я сюда не забирался наверх. Или я... Во, вот может быть вот здесь. Что это меня бьет? Муравьи, наверное, какие-то.
Как там? Свист. Все камни вот этот, по-моему. Я без понятия, что-то где искать теперь его. Все за мной, Джей. Может, я вообще где-то в другом месте был. И я не хочу потерять своего Карна. Это Галимима. Это не наши следы. Теперь у меня обезвоживание. Вон он, я его вижу. Ядовитый газ. Нет, 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 нет. Где ты? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А, нет. Нет, 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 нет. Блин. Знаете, что мы попробуем? Мы сейчас попробуем резнуться. Не резнуться, а телепортнуться куда-то вот в это место. Ну, проклятая игра. За что? Почему? Вот почему мой Карна не телепортировался со мной вместе? Я сидел уже даже на нем, но... Камон. Прелесть, симуляция. Есть еще один шанс. Прелесть. Это прелесть. Где ты? Не сюда. Попробуем вот сюда телепортнуться. Но я хотя бы чуть лучше уже знаю, где искать этого нашего Карна. И он там такой стоит в одиночестве. Ему там вроде ничего не угрожает. Почему, интересно, я заснул, кстати? Телепортируемся! Ну да. Сон был не главной проблемой. Главная проблема была в том, что я задохнулся, и здоровье мое. Точно у цели. Тю-тю. Мы, по-моему, в том же месте, что ли? Ну или где-то рядом с тем же местом. Ау, 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 мы травмированы. Да? Я надеялся, что она меня не достанет. Ну да, мы все. Сейчас у нас здоровье просто закончится. Угу. Может, он сюда ближе подойдет. Интересно, сможет он ее лаву, эту ящерицу, грохнуть? А, здоровье у меня восстанавливается, смотрите. Как ни странно. Давай, 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 ползи. Ползи. Ящерица. Кстати, я могу ящерицу привести к Карнотавру, и она его убьет. Не, вроде не идет за мной. Но надо Карна немного ближе сюда подогнать. Попробовать. Что происходит? Она плюет там, да, по нам, просто не доплевывает, и вокруг все ломается. Как-то так. Где-то там маленький. Как тебя спасти? О, муравьи. Муравьи, нет. Нет, проклятые муравьи. Сейчас они меня сожрут. Я от них не смогу уйти так медленно. Нет, нет, нет. Идем вот тут по темноте. Может, они меня не заметят. Где ты, маленький? Как бы сесть бы на тебя побыстрее. О, есть, я могу бегать. Иди сюда. Иди сюда, давай, там газ ядовитый. Иди сюда, давай, отходим, отходим. Отходим. О, так, фух.
Муравьев нет. Муравьев вроде бы нет. Телепорт. Давай. Ну, давай. Поехали. Поехали. Фух. Может, мы сможем сейчас все-таки вместе с ним телепортироваться. Это жестко было. Ну, давай, уходим, уходим, уходим. Быстрее. Быстрее. Вперед! Будет смешно, если я сейчас сам буду. Не, ну вроде с ним должен быть. А смотрите, на глаз похоже, да? На глаз. Мы на месте. Точно в цель. Фух. Как же я за него переживал. Как же мне не хотелось его там оставлять. Наконец-то мы дома. Все, можешь пока тут постоять. Я пока печку выключу, нам там все, 10, да, больше ничего не... А, металл там плавится же, да, там много металла, пусть горит. Можно даже еще поставить, кинуть сюда вот это вон дело, да, пусть плавится. Фух, так, надо передохнуть и собраться с мыслями. Давайте мы изучим деревянный плот сейчас и скрафтим его себе сразу же. Потому что отправимся сейчас все-таки в водный биом, я думаю, немного посмотрим, что там. У нас платформа есть, можно будет платформу там где-то разместить. Но плот нам в любом случае пригодится. И надеюсь, нету здесь этих, как их там зовут, я уже не помню, которые атакуют плоты. Я очень на это надеюсь. Так, ну пока ресурсы выложим. Кровать на плот поставим, и кровать поставим потом еще на платформу, если вдруг чё. Вот, и надо найти какое-то место, может быть, интересненькое, где мы сможем каких-то ресурсов новых подобывать. Но пока больше брать с собой ничего не буду. Кирку, топор, ну, брони там, да, комплект, мы там все равно еще металлическую сделаем. Динозавров тоже с собой брать не будем никаких. Пусть все эти ребята здесь сидят и отдыхают. Так. Что-то яйца не несут рапторы. Еда у них тут должна быть, да? Ну да. Тут много всякого разного. Окей. Все, я думаю, мы можем идти. Еды надо с собой взять, да. Жареного мяса набрать. Ну, хотя бы так. А там посмотрим. Ну, надо поставить, наверное, еще. Чтоб чуток пожарилось. Так. Так. Так, так, все. Поехали. С водой, я думаю, проблем там не будет. Телепортируемся без никого в этот раз. Ну, стой ты. А, можно еще, знаете, что сделать? Крюк-кошку, может? Ну, я, наверное, не учил ее, да? Как она крафтится? Цементная паста одна. 3 каменные стрелы. Я думаю, надо бы сделать. Там все-таки, если захочется ресурсов подобывать, то будет не очень весело. Хотя, посмотрим. Там ребята говорили, что все прям, все-все-все есть под водой. Поэтому будет интересно посмотреть, я думаю. Ремонтируем вот это вот все. Наверное, я даже сделаю полный комплект металлической брони еще тоже сразу же. Угу. Это берем с собой. Крюк. Я вот не знаю, крюк нам может несколько понадобится, он одноразовый или нет. Но возьмем. Так. Т-т-т-т-т. Надеваем броню металлическую.
Это уже какая-никакая защита более-менее надежная будет. Все. Жменьку ягод мы съедаем. Ну, погнали. Но, кстати, да, наверное, мы в следующей серии отправимся. Да, уже 50 минут, мы много не успеем поисследовать сегодня. Поэтому в следующей серии будем играть почти в Атлас, плавать на плоту и исследовать морской биом, насколько это получится у нас. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.